Друзья мои, российский композитор Игорь Крутой хотел бы видеть участником Евровидения казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Вот его слова. «Я бы послал Димаша, и у него были бы шансы, хотя он уже не хочет выступать на конкурсах, и для него принципиально было бы быть участником от Казахстана». Всем известно, что 8 марта определится участник Евровидения 2021 от России. Победителя национального зрительского голосования назовут в прямом эфире. В СМИ появился шорт-лист претендентов. Там значится группа Тумаши, Антон Беляев, Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков, то есть Нилетто. По мнению Игоря Крутого, Моргенштерн был бы необычным и оригинальным для Евровидения, так как на конкурсе в последние годы любит экзотических исполнителей. Также своим мнением поделилась певица Лолита Милявская. Вот что она сказала. «Я видела список, который распространился в СМИ. Прекрасный список. Все достойные люди, но дело в том, что у Евровидения есть свои тренды. Моргенштерн вполне может быть... На Евровидении всегда было достаточно фриковой культуры. Каждый человек для кого-то фрик, почему нет? Я бы отправила Little Big, а если нет, то я бы проголосовала за Антона Беляева». Конкурс Евровидения пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды. В прошлом году его отменили из-за пандемии, а Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Унно», клип на которую стал самым популярным на канале Евровидения в YouTube за всю историю. Казахстанский певец Димаш Кудайберген заявлял, что может выступить на конкурсе Евровидения, если его пригласят в качестве гостя, но соревноваться он не намерен. Также стоит отметить, что Казахстан ни разу не принимал участие в конкурсе песни Евровидения. В 2018 году страна дебютировала на детском Евровидении. Данелия Тулешева по итогам стала шестой. В 2019 году республику представлял Ержан Максим, который занял второе место. В 2020 году успешно выступила Каракат Башанова. Она остановилась в шаге от победы и стала второй. Друзья мои, как вам эта новость? Как вы думаете, какое бы место занял Димаш Кудайберген, если выступал бы на Евровидении? Обязательно подпишитесь на канал. Всех обнял!